Добро пожаловать на канал Мусалин. Сегодня у нас в работе автомобиль Toyota RAV4. Обрабатывали арки битумной мастикой, так называемой жидкой резиной. Материал завода-производителя Chromcluster, немецкая фирма. Слой нанесли приблизительно толщиной 2,5-3 мм. Работает она у нас, эта мастика, как антикор и как шумоизоляция арки. Данный материал сохнет достаточно быстро, у него хороший отвердитель. Снижает у нас подобная обработка, она в дальнейшем, получается, снижает шум от резины, общий шум от дороги. Дополнительно мы штатные подкрылки, штатные локеры проклеиваем. В данном случае в подарок таким вот двухкомпонентным шумопоглотителем. Это мы клеим в подарок, таким образом усиливаем шумоизоляционный эффект на арках. Всем спасибо за просмотр данного видео. Оставляйте комментарии. Всем пока.